эмоциональная холодность, которая присутствует между ними, будет нарастать, он станет еще одним агрессором в семье. И ее состояние жертвы окончательно схлопнется. Если же она сейчас установит теплые отношения с сыном и сможет вывести их на эмоциональное доверие, он сможет стать ее защитником, он ее услышит, если она услышит его. И тогда у этой семьи есть новый интересный поворот.